Представители Министерства обороны Республики Беларусь встретились с трудовым коллективом Мозырского нефтеперерабатывающего завода. На повестке дня оценка военно-политической обстановки вокруг страны, ее влияние на военную безопасность и прогнозы развития. На служебном совещании, которое проводил глава государства с руководящим составом силового блока, была поставлена задача провести информирование с работниками основных предприятий Республики Беларусь, с руководством местных исполнительных органов по вопросу доведения до них той военно-политической обстановки, которая сложилась вокруг Республики Беларусь, чтобы стало более понятно, стали более понятны те меры, которые предпринимает руководство государства в ответ на далеко не дружественные шаги, которые предпринимает руководство сопредельных с нами государств, беглая оппозиция по смене конституционного строя в Республике Беларусь. Задачу на самом высоком уровне проинформировать население Беларуси об обстановке поставил президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам недавнего совещания в Центре стратегического управления. Во время встречи с мозырскими нефтеперерабочиками речь шла в том числе об обострении ситуации вдоль границ, развернутой антибелорусской информационной кампании, вероятности возникновения вооруженных провокаций и приграничных инцидентов. Завещание получили ответы на волнующие вопросы. Сегодня, 10 октября, глава государства провел совещание силовым блоком. Министерству обороны и Комитету госбезопасности поручено проработать комплекс мер по контролю за складывающейся ситуацией. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».